Овны. Все проблемы решить не получится, но увидеть их в разрезе есть немало шансов. Ну а кто мудр и упорен, тому однозначно повезет. Тельцы, сегодня у вас будет масса возможностей, чтобы получить желаемое. Главное набраться терпения и не мчаться вперед, сломя голову. Близнецы, незабываемый в профессиональном плане день ждет вас. Вы будете блистать на любых мероприятиях, если направите свои мысли и приложите опыт в правильное русло. Раки, если будете работать в одиночку, то результат окажется высоким. Обязательно займитесь укреплением здоровья. Не забывайте делать гимнастику, пить витамины. Львы, звезды обещают вам продуктивный день. От того, какой объем работы вы сделаете, будет зависеть карьерный рост. Не равняйтесь на других, обратите внимание на личный опыт. Девы, у вас все будет зависеть от настроения. Оно должно быть позитивно-радужное. Есть шанс наладить финансовое положение. Весы. Этот день подарит вам что-то необычное и яркое. Это может быть встреча, знакомство или путешествие. Не суетитесь по пустякам, все нормализуется самостоятельно. Скорпионы. Сегодня вы будете слишком часто заглядывать в будущее. Это не улучшит, а лишь снизит ваш жизненный опыт. Как говорится, на других надейся, а сам работайте активнее. Стрельцы. В этот день вы будете уязвимы и обидчивы, но причины для этого есть, поэтому себя сильно не терзайте. Эмоции нужно выпускать на волю только в том случае, если это личные отношения. Козероги. Вам разрешается побаловать себя не только чем-нибудь вкусным, но и покупками. Раскошеливайтесь, не жалейте денег. Повод для расстройства будет у семейных людей. Водолей. Звезды предсказывают энергичный и деловой денек. Сначала подумайте, а потом говорите. Эта простая истина поможет сохранить теплые отношения с коллегами. Рыбы. Вы будете чересчур зависимы, но не от людей, а от обстоятельств. Ситуации будут складываться так, какими вы их никак не представляли.